помощью циркуля и линейки построить треугольник, если известна точка пересечения его медиан, центр описанной окружности и точка ее пересечения с одной биссектрис. Пройдем анализ. Да что нам известно? Нам известен центр О. Нам известна точка пересечения медиана. Нам известен, допустим, вот эта точка. Это точка пересечения биссектрисы с описанной окружностью. Ну, допустим, точку. Установить треугольник. Значит, что мы можем сделать? Мы можем построить окружность с центром точки О радиуса ОК. Это будет описана окружность искомого треугольника. Теперь мы можем найти точку H. Так как на прямой Эйлера, ОМ относится к МH, появляется 1/2. Значит, мы можем найти точку H. Заметим, что ОК будет перпендикулярно вот этой прямой. Значит, если мы проведем прямую параллельную ОК, то это будет высота, а значит, она попадет в вершину треугольника. Значит, мы сможем найти вершину треугольника. Значит, дальше мы можем просить через точку М и вершину треугольника прямую, и она пересечет эту пойдет в середину. Значит, она пересечет прямую ОК в середине вот этой стороны. Значит, мы можем построить эту сторону. Ну, значит, мы можем построить треугольник. Спасибо.